Появились слухи о том, что Сбербанк ввел ограничения на выдачу наличных денег и планирует ввести блокировку карт. Сбербанк данную информацию опровергает. Это абсолютная неправда. У нас есть необходимые деньги, достаточно денежной наличности как в рублях, так и в валюте. Мы не устанавливали и не будем никогда устанавливать никаких ограничений по снятию наличных средств, продаже и покупке валюты, также по функционированию карт. Мы совершенно в штатном режиме работаем. Мы единственное только увеличили лимит загрузки банкоматов. И мы, понимая, что перед Новым годом все равно есть спрос повышенный на денежные средства. Люди, понятно, готовятся к праздникам, покупают подарки. Мы увеличили режим работы наших офисов.